Что означает Европейский Союз для северных и балтийских государств? Узнай напрямую у первоисточника. Мы приглашаем всех желающих принять участие в дискуссии с министрами иностранных дел Дании, Исландии и Литвы. Приходите 15 октября в центр Нортек Бельского государственного университета Олеку Руссо, чтобы воспользоваться уникальной возможностью. Модератором будет госпожа Мариана Руфа, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса. Мероприятие организовано при поддержке посольства Литвы и Дании в Республике Молдова совместно с информационным центром Европейского Союза Europe Cafe. В тот же день министры иностранных дел 8 стран Северной Европы и Балтии посещают Республику Молдова, чтобы поделиться своим опытом европейского сотрудничества и интеграции. Не упустите эту редкую возможность встретиться с Ларс Леоке Расмуссен, министром иностранных дел Дании, Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфа Доутир, министром иностранных дел Исландии, и Габриэлиусом Ландсбергесом, министром иностранных дел Литвы. Приходите и узнайте их опыт и ответы на вопросы аудитории о том, что европейское сотрудничество и интеграция значат для них и их стран. Мы с нетерпением ждем встречи с вами на EU Talks – разговор с Европой в Бельцах. Будьте частью беседы и внесите свой вклад в европейское будущее Республики Молдова. Шагнем же вместе к европейскому будущему.